Якутяне выбрали обладателя республиканской общественной премии «Народное признание». Премия присуждается медицинским работникам с прошлого года при поддержке Минздрава Якутии. В этом году в конкурсе приняли участие 76 работников здравоохранения со всей республики. В торжественной обстановке наградили 21 финалиста и 5 победителей в номинациях «Верность профессии», «Наш любимый врач», «Сердце отдаю детям», «Сестра милосердия» и «Во благо медицины». За самых народных профессионалов в белых халатах в интернете проголосовало более 300 тысяч человек. Где бы ты ни был. Надежда Алексеевна, ведущий. Эту награду получила моя мама Петухова Раиса Николаевна. Она работает главным врачом участковой Кептенинской больницы Усолданского района. Она работает с 1975 года. Весь ее труд оценили. И большое спасибо всем. Всем организаторам, всему коллективу Кептенинской участковой больницы.